В Слободейском РОВД расследуют дело о незаконном проникновении в частную собственность. В милицию обратился житель села Владимировка. Он рассказал, что злоумышленники проникли в его дом и устроили там поджог. В данном доме никто не проживает. Значит, со слов хозяина, он сюда наведывается редко. Приехав сюда 30 сентября, он обнаружил, что в его дом проникло неизвестное лицо путем разбития стекла. На кровати обнаружены следы бумаги, старые вещи. Скорее всего, что был поджог. Площадь составила горения 4 квадратных метра. По словам сотрудников милиции, распространиться огню по всему дому помешала закрытая дверь. Без поступления кислорода пламя со временем потухло. По факту возгорания сотрудниками РОВД проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному происшествию.